Насчет футбола. Я не футболист, я это самое, борец. Это в прошлом, так сказать, и там силовик. Я люблю железо тягать. Футбол я не смотрю после 91 года. Я просто... Наши футболисты всегда были позорниками, даже в Советском Союзе. Я бы наших футболистов трахал бы, как сын Саддама Хусейна, Удэй. Он был тренер. Денег им платил, но если проигрывали, заставлял по асфальту ползать перегретому. Эти получают хреновую тучу бабок и проигрывают. За футболистов я не болею, я вообще не смотрю этот футбол. Я бы с удовольствием, что стране сейчас нужен не футбол, стране нужны вложения в русскую молодежь, в русские молодые семьи, подъем национальной промышленности. Я бы с удовольствием видел, чтобы возрождается, например, национальный авиакосмический комплекс, а не футбол, потому что футбол — это чистое потребление, это занятие для черни. Хлеба и зрелищ, обдолбанные пивом, блин, толпа орущая, ура, ура. Мне гораздо больше, так сказать, новый Гагарин, новый Днепрогэс, новая Братская ГЭС, новый Атаммаш. Вот что нам сейчас нужно. Причем с домом для каждой русской молодой семьи, когда государство помогает ему домом, дает ссуду под рождение детей, трех детей как минимум. Вот что сейчас нужно. А футболом нас отвлекает просто. И мне, честно говоря, пофигу, что они там ездят в Бразилии. Мне нравятся бразильцы, которые вышли на улицы миллионами и сказали: нахрен нам этот чемпионат мира по футболу. Гигантские деньги в никуда. Вместо того, чтобы построить дороги, школы, заводы, электростанции. Так что пусть футболом, футбол — это занятие для идиотов, на самом деле. Нынешний футбол, я имею в виду. А если вы так любите футбол, давайте сами в него играть. Это гораздо более полезно для здоровья.